Я самая красивая тут девочка. Я за эти наушники в жопу давал. Эти три чёрный козел чмошник сейчас делает нарезку, типа школьники победили, наушники сломали. Сосать ты, козел, я тебе страйк, понял, кину. Заведем страничку. Ты не будешь бриться в ванной, я не буду пердеть. Ты будешь мыть посуду, а я валака сосмотреть сейчас и впредь. У нас все будет хорошо. Прошу тебя всего лишь дать мне шанс один еще. Можно, знаешь, как поставить? Поставить более сильные настройки, более сильные. Допустим, взять 10 зяблов, 10 зяблов, чтобы они были за людей. И остальные зяблы зомби, либо 50 на 50, то есть как-то, да, вот такими вот группами определенно собирать. Это будет интереснее, потому что вот зомби-режим, он уже иссяк себя, да, как режим, потому что и так все прекрасно видят и понимают, что у зомби нет шансов на победу, так как они играть не умеют. Это не зомби-режим, здесь все будут с оружием ходить. Сейчас мы проверим все режимы, да, и какой будет более интересный, тот и будем чаще играть, чем тот же зомби. Да. А почему тебя бьют? Ну, потому что начинается давление на меня, понял? Да. У тебя как дела? Да, я повзрослел, мама. Я понял, ладно, вопросов нет. Брат, а что, куда идти-то? А тут friendly fire, извините. Ну вот на точке, видишь, точки показаны? Какие точки? Ну посмотри на карту, вот куда все бегут, там точки. Б, С, Е, вот это, а. И вот мы в Б сейчас точки, например, стоим, сейчас мы захватим. Ну меня стреляют, но не могут убить, так как своих нельзя убивать. Просто стоят, да, и отстреливаются. Да. Ну вот это точка С, тут какое-то время нужно быть, да? Да, чем больше человек, тем... Я пончик. Ага. Так, противник он, как его заметить? Понял. Бля, где его? Братишка. Да. Не рашуй, тебя все видят, ты цель номер один. Брата, тебя убили, да. Нет, пока. Так, мы эту точку захватили, идем дальше. Брат, осторожно, там на 240 уже человек. Это какой-то бред. Убили? Не знаю. Ну да, убили. А там бежит. Сложно, конечно, блин. Блять, по мне работает, меня убили. В команде будет по 10 человек. То есть 10 человек настройки. Настройки давай поставим стандартные. Просто стандартные настройки. Ничего не менять не будем. Дед, поставь сразу 99 человек, вдруг еще проиграешь. О, пошли мемео уже с твоим клипом. Звездочка наша, уже везде тебя, видишь как. Везде уже светишься, звездочка наша. Ха-ха-ха. Я знаю, что ты хочешь нож в КСке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантию. Гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Передай привет Денису Захару. Денис, привет. Здравствуй, Денч. Боже, какое имя, конечно. Ну давай. О, чела наша. О, наших троих уже нет. Может, хоть машину надо было отключить тогда. Посмотри, не нафить сразу. Брат, будь рядом. Сейчас, братишка, я тут просто далеко, да, достаточно от тебя упал. Я пончик тебя. Стараюсь к тебе прийти, брат. Валера, блядь. Да блядь, иди на... Ебать, они, сука, не пробивашки. Дед, что-то вы насрали ко мне. Блядь, меня ебут. Брат, сиди. Блядь, брат! Пизда, ты чё, нахуй, это нереально.
просто, брат, ты че вообще, блядь? Появился, значит, в зоне черный сталкер. Итак, смотря. А? Что сейчас был за звук? А твой трек заиграл. Ага. Надо поменять даже, поставить 30. Вот, смотря. Все по-честному. Тут я ничего менять не буду. Только немножко, чтобы дропа было больше по патронам. А что там Плющ сказал про меня, не понял? Ну, после кофейка хапнул кофейка, а двенашка уже давит. Двенашка уже давит. Так, как будто тебя на клапан придавило. Понимаешь? Напрягая голосовые связки, Не понял, что ты сказал там, ты Плющно? Ты слышишь, что он ляпнул там? Да. О, сука. Напрягая голосовые связки, как глад волокас. Дед, даже твой пример... Слушай, дорогой, ты вообще знаешь, что такое 12 атмосфер, дура? У меня компрессор, который, бля, машины, колеса качает, оборудование вот это вот воздушное работает, там 6 атмосфер, блядь. Какой 12 атмосфер, ты дебил, у тебя в жопа взорвалась бы от таких атмосфер. 10 против 76. Ну, это, конечно, сложно будет, но попробуем. Сливочного 10. Тебе помочь? Поет да, сливочный. Блядь, у меня жопа, все! Чему можно не поверил? Сейчас плохо. Есть, я хлопнул пацана. Челокос. Кто найдет? Блядь, он меня ебёт! Пацаны! Убей же ты его, гада, блядь! Да в чём же проблема, лысенький? Что, блядь? Помоги, брат. У Абатова. 7-7. Не, блядь, братишка! Втекаем. Мама! Да перезаряжай оно! Где ты? Я вот сзади все, брат, я хилюсь. Сейчас я жизнь восстанавливаю. Блядь, ты забрал у меня! Боже мой, брат! Братишка! Да, подними! Вот это они... Блядь, пизда! Блядь! Помогите! Ну и бред, сука, это тоже не считается. Такие настройки вообще никуда не годятся. Зядлы накидаете деду пердящего Плющенко жестко. Итак, смотря. Не, дамаг, в принципе. Не, надо убрать дамаг. Поставить поменьше 30-ка. А, так и была 30-ка. Давай тогда вот так вот. Вот так вот, смотря. Ой. Оп. Твой этот поставил рэп на звонок. Извини. А, это он был, да? Давай вот прям прыгаем вот сейчас, прям вот как самолет, вот этот вот городочек, который рядом. Они до сюда не успеют доехать. Валера, блядь. Валера, ты дурной? Все. Микрофон отключил, на звонок отвечал. Забыл включить. Так, значит, с женой разговаривает. А какая жена? У меня жены что? У меня жены нет. Ты что-то перепутал. Валера, осторожно, в доме мотоциклист. Валера. Да? А, ну сейчас тогда он умрет. Ух ты, братишка, ты умер. В смысле? Брат, ну главное, ты живи. Я иду к тебе. А, брат, ты на каком этаже? На первом. Меня взял зомби. Блядь, вот урод. Он что-то делает с тобой, он тебя уносит. И уносит меня. Ебать, я убил кого-то. Ну, блядь, брат, я не успел. Сука, вот уебок. Сволочь. Падаль, блядь, прикинь, он тебя унес. Это кто сейчас говорит? Урод, брат. Дай пенни поиграть, он помощнее играет. Это маска спала. Вообще непробивательная, чел, жас. Брат, ну как так случилось? А меня на кусты сбил. Он ехал к тебе на второй этаж. Блядь, пизда мне. Ёб твою мать. О, ну это ёб. Ой, сука. Короче, всё. Чё, как у тебя нормально? Надо, короче, мотоциклы убирать, потому что это читерская тема. Убираем мотоциклы, да.
Пусть будет у них 20 ДМГ, потому что это пи***ц. Итак, смотри. Блять. Сухачи ебаный, сука. Братишка. Да-да-да. Давай, брат, одна секунда, две. Блять. Да что ж такое, брат? Ебаный, блять. Сука, ну и бред. Сука, как меня так умарит! Я хочу честной игры, а не крысятничества! Я наушники разорвал. Я втиханул и кинул бутылку туда! Понял? Под стол! И она как раз вот отлетела, когда и провод забрала с собой, блядь! Сука! А школьник сейчас ликует. Если три ч**аный козел чмошник сейчас делает нарезку, типа школьники победили, наушники сломали. Сосать ты, козел, я тебе страйк, понял, кину. Смотря. Хватит ныть, попуск. Купишь новый, если победишь. Это мои любимые. Смотри, что произошло. Сам ты дешевка, блин. Вот, смотря. Поломка. Смотря. Понял, поломался штекер. Ну не расстраивайся. Они прям что? Понял, вот тут вылетели коксили вот эти. Коаксиальные провода. Ну тут это, понял, этот, ну оптический провод. Они вот так вот вылетели, но это ладно. И вот тут сломашка, сука. Вот оно прям. Сломалось и кусочек вот звуковой карте, смотря. Ну это переходник. Остался в звуковой карте? Да, вот, вот этот вот переходник, ну это ладно, он тоже меняется. А вот это, он уже все, ты понял, нету контакта одного, он надломка. Зато теперь ты в наушниках не послушаешь мой рэп. Начиная не экстыли, я в доту пошел. Сейчас, погоди, я парсуху покажу, более бейсуху. Трипсис, вот трипсис, смотря. Трипсис. Вот бицепс, на. Вот трипсис. А где, брат? Не видно. Где? Вот, вот это что? Вот это что? Вот это трипсис, вот это вот. Трипсис. Вот это бицепс. Смотря. А покажи, как ты отжимаешься. Не могу, брат. Там пена придет. Я листаю кадры, смотря. Я листаю кадры. Понял? Ну, переходы делаю, смотря. Фиксирую. Смотришь лицом. Я смотрю на тебя лицом. Опа. Опа. Брат! Да? Сделаем по-честному все, да? Вообще, девочек надо всех любить и защищать всегда. Поэтому, пожалуйста, защищайте меня. Ну, моего персонажа, в смысле. Лёва как танцует, сколько вас? Да. Ого. Ну, я самая красивая здесь, да? Я самая красивая тут девочка, да? Смотри, сколько ребят танцует. Ну, я Лека, самая красивая. Кролик, Бату. А, батуа, твой рэп какашка, вонючая какашка, кринж, чел, кринж. Все, тогда сейчас победа будет. А? Итак, смотря. Блять, меня убили, братишка. Твою мать. Меня убили, прям в домике убили. Забил школьник. Парски, спасаем деда, убили. Так он, сука, прикинь, мотоциклом убил меня. Ебать, они ползут как говно в жопу, понял, когда срать? Хочешь, у тебя типа в жопе какашка забивашку сделала? Блин, у меня аптечек нет, прокинь одну, жесть. Тебя подняли? Да, поднял шмель. Мне нужно прикрыть, чела бьют пацаны. Офигеть, мы походу проиграшку сделали. Где мама? Брат, сейчас тут техники навалят, и я хуй вылезу, а? Про
Братишка, ну как тебе помочь? Ну как, ну ты у меня, блядь! Сейчас. Чё по наушникам, дядя? Это не в дырке, прям в моей. Понял? Ну, в смысле, не в жопе, а в домике. Блин, я должен как-то сориентироваться. Брат, тебе нужно убить тело в машине. Я сел в машину. Но тут другие машины рядом. Их много. В моей машине надо поубивать челиксов. Они тут очень много их. Брат. Блять, меня убили. Все, человека убили. Он умер. А давай, знаешь как? Сейчас. Чуть-чуть увеличу. Пацаны окружают меня. Блять, меня ебут сзади, прав! Спрыгивай в УАЗик, Валера. Валера, иди где сюда. Где УАЗик? Спрыгивай в УАЗик. Где? Куда ты побежал? В другую сторону. А, да. Сейчас. Валера. Да, я прыгаю. Блядь, меня убила машина. Твою мать, машина убила меня. Сука. Значит, сейчас я тогда поставлю опять и так смотрю. Знаешь что, брат? Скажу тебе честно. Блять, вот предыдущие настройки мне нравились больше. Чем же? Потому что мы их убивали, а сейчас у меня не хватает пулек. Пулек не хватает, ты понимаешь? Братишка, ну зато сложнее. Брат, зона! Ой, пизда, по-моему. Пацаны умирают в синей зоне. Это символично. Поехали, божество. Блять, ты что, дурак, что ли, мама? Майдадыр, блядь. О, все, человека убивает техника. Батуастарда. Слышь, малыха, как ты говоришь о свободе, закончишь ты, будешь работать на заводе, что... о своем уходе от меня будешь жалеть всегда. Давай заканчивай истерику и иди сюда. Ну, да, я тоже лечу по твоему треку, но у меня свой уголок. Я вот, ты знаешь, честно, я хочу новый трек еще от тебя. Я закончил карьеру. Не, брат, не, братишка, так нельзя делать. Я хочу новый, это каждый день новые треки, он человек пишет, я согласен, да. Батя, купи рекламу в рифмы панчи, тупо минус 10, хи-хи-хи-хи-хи-хи. Слушай, брат, пусть надо тебя в рифмы, блядь, меня выбут. Кто перевернул, блядь, меня уже убили. А как они здесь так быстро оказались, брат? Я не успел спрыгнуть, они уже здесь. Слушай, брат, надо в натуре тебя попросить в рифмы панчи твой трек. И посмотреть реакции челов там. Будем на потоке читать их комменты. Все по-честному должно быть, как бы. О, хоть какая-то польза от бачата, облутать можно. Да. Так он же сказал, что побеждать пришел. Почему он первый всех умер? Он пришел показывать нам, как играть, и вот... Я плачу. Так что-то у него не получилось, блин. Сейчас. Мне тут просто надо, чтобы... Да, пацики, отстреливайте. Алина, уйди, пожалуйста, не надо. Уйди, пожалуйста, не надо. Вот этого всего уже хватит. Тихо. У меня в машине зомби. Алина, ты не к рокеру должна сесть. Да тихо, пенч. Давайте в зону. Я должен проезжать. Блять. Опа.
твой рэп включился что-то. Вам не кажется, что батя зазвездился? Есть такое, кстати. После таких хитов-то поплыл пацан, блин. Абсолютно точно. А? Слышишь? Ты видишь, что мы уже прогрессируем, то есть мы уже в зону даже едем. Мы уже прожили больше 3 минут. Не, братишка, ну это только, знаете, мы же как бы пристраиваемся, правильно, подбираем лучшие варианты. Блять. Хорошо, давай тогда пообщаемся, насколько, типа, я красивый, просто, типа. Насколько я вот, тебе вот я как, ну, как мальчику, насколько нравлюсь. Ну, по какому плану? Ну вот, нет, ну просто симпатюлька я, или так вот тут обычный. Ну если сравнивать вас и Пену, Пена красивее, конечно, чем Пена. Нет, ну допустим, если бы ты была бы девочка, ты бы мне дала? После пивка, да. А Пене бы и без пива дала бы. Нет, так а кто такой Пена вообще? Давай о хорошем разговаривать. Ну Пена вообще не стареет, что 10 лет назад, что сейчас такой прям... Ну, потому что я тебе могу сказать секрет всего этого. Первый и самый важный секрет молодости – это чаще улыбаться. А второй – это крем-бархатные ручки и туалетный утенок кря-кря-шампунька. От него слезок нет? А-а. А что такое шампунь, я забыл? Это, ну, голову мыть. Это не волосы на голове мыть, а голову. Поэтому тебе тоже надо. Я в технику, да, сел. Она нормальная. Я пытаюсь уезжашку делать. О, все, вроде ушел, блин. Брат, я вроде ушел от преследования. Ватмач. В зону и лутайся. Понч. Не зря меня пацаны все называют в интернете киберкотлета. Кибердолб. Блять, мама. Они вообще какие-то не убивают. Да, они антиубивательные. Сука, еще и прыгать, как понял, рыба в воде. Эта машина горит, мама. Пизда, человек, он умер. Били меня. Сука! Ну, это как бы, ну... Ну, я думаю, что да. Типа, ну как бы да, ну там получше будет. А что у тебя в жизни произошло, если не секрет, что ты решила... петь серианды лысеющему женатику, сидящему в рваных трусах в поселке под Самарой, пердящему микрофон. Че? Это о ком вообще там ляпали? Это брат. Блять. Что, брат? Умрешь, девочка? Боже, тебя убили черти. Ты умер? Блять, тебя убивают. Брат, я не знаю, как тебе помочь, ты умер. Как так можно играть, я не понимаю. Вот как тебя убили? Брат, давай, я с тобой, я с тобой. Влиятельные личности находятся в туннелях. Потому что они там... оттуда проще и безопаснее влиять. Ой, извини. А нет, слава Господи Боже, почувствую свободу. Ты чё, дурак, осуждаю. Брат, ты один остался. Ты должен сказать, один в поле воин или не воин? Воин. Давай, брат, сомкни зубы и докажи, что ты достоин новых наук. Мимолетка. Есть. Женщина пала. Последняя женщина осталась.
Я потею. Просто на изи. Данилочка! Не слышу тебя. Брат, практически в соляку. Вообще на изи, да, отработал челов? Да, must have плюс челокос, анальный энтеробиоз. Причем настройки были максимально мужские. Да. Победа не постоянно в студию. Базара Эксиса. Как там на заводе? Вот пацан за 500 рублей рыгать будет, а ты как на заводе?